Чудовские предприниматели сегодня приняли участие в составлении рейтинга инвестиционной привлекательности региона, высказали свои пожелания и озвучили проблемы, которые их волнуют. Алексей Дмитриев подробнее. В небольшом конференц-зале собралось около полутора десятков чудовских предпринимателей, чтобы внести свою лепту в составление рейтинга инвестиционной привлекательности района. Проще говоря, рассказать о своих проблемах представителю одного из региональных бизнес-сообществ. Подобные встречи проходят во всех муниципальных образованиях области. Хочется здесь на земле понять, получить отклик, что здесь не так. Для того, чтобы что-то исправить, нужно понять, какая точка отчета. Я сюда приехал для того, чтобы понять, какова точка отчета, для того, чтобы понятно, что исправлять в работе, ну так скажем, между бизнес-сообществами, между предпринимателями, между властью. Спикер сразу же предложил сконцентрироваться на тех проблемах, которые можно решить на уровне района или области. Но предприниматели заговорили о наболевшем. Например, о нарастающей конкуренции со стороны федеральных сетей и нестационарных торговых точек. Они, значит, взяли, поставили этот нестационарный ларек. Ну, этот... Ларек, да. Ну и все, сделали конкуренцию мне. И в свое время у меня убрали с рынка ларек. В целом активность была невысокой. Участники встречи немного оживились, когда заговорили о кредитах фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Ими, как выяснилось, пользуются почти все. А вот появление в регионе фонда развития креативной экономики заинтересовало тех, кто работает в сфере промыслов и ремесел. Когда ты приходишь в культуру, грубо говоря, они говорят, мы не занимаемся коммерцией, вы предприниматели. Когда приходишь в искусство, они говорят, вы не художники же. Приходишь в экономику, они говорят, вы художники. Вы понимаете, этот замкнутый круг я весь прошла. Конечно, много говорили о молодежи, которая уезжает со своей малой родины. Такая проблема есть во всех районах, хотя в Чудове существует своя специфика. С одной стороны, развитая промышленность, с другой – до Петербурга рукой подать. Чудовские власти убеждали, что лучше всего провести встречу с предпринимателями в здании местной администрации. Но гости из Новгорода настояли на том, чтобы мероприятие прошло на нейтральной территории. Чудовских предпринимателей ждет не одна такая встреча. Район посетят эксперты из всех региональных бизнес-сообществ. Алексей Дмитриев, Галуз Гивандян, новости, Новгородское областное телевидение.